Всем привет, друзья, с вами Нильф Горн, это игра Creativers, и мы продолжаем наше приключение в этом мире. И вот я что-то начал такой, типа, захожу, начинаю развиваться немножко, только забыл, что надо показывать. И я скрафтил себе вот такую вот штуку, вот такую вот, вот она. Вот, где, блин, вылетела. Вот, телепортер. И, честно говоря, я немножко не понял, что это такое, для чего он нужен. Потому что, смотрите, его можно ставить вот так вот и настраивать что-то. Давайте я зайду в Википедию и почитаю, что это такое. И вроде бы я немножечко разобрался совсем чуть-чуть. Почему? Потому что еще нужно воспользоваться. Сюда помещаются предметы, это как бы код вхождения для телепорта. Также эти телепорты можно размещать, как я понял. То есть я могу войти в него и телепортнуться, к примеру, вот сюда. Вот давайте попробуем. Мне интересно, получится ли у меня. А, вот, собственно говоря, то есть я могу поставить его в любую точку карты и назвать еще и при этом при всем каким-нибудь именем, чтобы понимать, что, допустим, ну, на какой-то уровень или в какой-то биом или еще что-то типа такого. Так что это удобный способ для телепортации. Так, давайте вернемся и соберем этот портал, потому что пока что я его не буду устанавливать. Пускай он будет здесь, а второй я установлю куда-нибудь другое место. И, кстати, мне еще написали, что нужно крафтить уже из обсидиана вот эти вот, ну, как это, харвестеры, да, какие-то экстракторы, то есть, которые добывают ресурсы, чтобы добывать больше ресурсов. Ну и давайте спустимся немножечко вниз, потому что у нас есть что собрать. Так, кстати, я начал крафтить же броню, да, то есть потихонечку. Давайте, может быть, закончим ее крафтить, потому что обсидиан у меня есть. Давайте вот так вот и... Так. И здесь обсидиановый слиток нужно. А что, у меня не кончились, что ли? Похоже на то. Стоп. Это уголь. А, вот обсидиан. Так, отличненько. Давайте его переплавим. Так, переплавим. Стоп. А, ну да. Стоп. А, вот он, господи. Чуть выше нужно было приподнять. Давайте вот так вот. Так, по-мощному, да? И вот сюда вот. Тоже запихаем. Блин, угля-то и не так много на самом-то деле. Отлично, погнали дальше. Так, нам нужно спуститься. А, может быть, еще давайте скрафтим, знаете что? Скрафтим... секундочку. Буквально секундочку, пожалуйста. Вот так вот. Скрафтим, давайте еще... Бутылочки, потому что они нам пригодятся. В большом количестве, потому что сейчас появились враги. И еще, кстати, одну вещь нужно скрафтить. Я такой, знаете, гоняюсь. Так, вот, уголь. А, он у меня кончился. Ну ладно, не проблема, потому что мы сейчас соберем довольно-таки большое количество угля. Ведь в предыдущей серии и за кадром немножечко я... Блин, самое главное сейчас найти, где эти все предметы. Вот, я тут подобывал очень большое количество всего. Так, оп. Давай-ка, это хорошо, что ты здесь появился, ты молодец. Это ты прям вообще вовремя сделал. Так, ну-ка, где тут краб какой-то на меня нападал? А, не знаю, куда он делся, я, наверное, его грохнул. И мне уже советуют добывать железо, но давайте сначала соберем. Блин, хорошее количество угля, и теперь я, наверное, точно смогу делать факел. Есть. Все, факелов у меня дофигища. Опа. С таким оружием, конечно, уже менее страшно. Как видите, здесь огромное количество. И обсидиан должен добываться. И также должен добываться... Также и должен добываться вроде бы уголь. Так, отлично. И, как видите, пещеры довольно-таки большие. То есть попал я в какой-то прям такой... Как бы это выразиться-то? В огромный... Воу-воу-воу, тут даже обычные животные лазят. Огромные пещеры, в общем. Так, вот это вот можно добыть. Кстати, уголь же, да? Давайте добудем. Так, стоп. Вот эту руку надо снять, потому что мне немножко раздражает, что он переключается. И еще мне сказали, что эта рука, вот которая сейчас у меня из обсидиана сделана, она не позволит мне
быстрее копать, но она мне позволит добывать новые ресурсы, такие как, наверное, ну, глубинные какие-то камни, которые находятся намного глубже. Так, вот так вот давайте еще сделаем. Так, вот, освещение. С ним намного лучше. И здесь я так понимаю... Ладно. Кстати, еще хотел спросить, вот такой задать вопрос небольшой. Повлияет ли... Опа. Отлично. Нифига, как быстро. Очень быстро, конечно, добывает. Повлияет ли свет на то, что враги перестанут появляться? То есть, вот, вот этот вот вопрос такой довольно-таки важный. Если, ребят, вы знаете, то напишите обязательно, потому что мне было бы интересно. Ну-ка. Отлично. Наваляли. На раз-два, можно сказать. Так. Оу-оу. Как видите, я здесь огромное количество расставил вот этих вот шахтерских буров. Почему-то мне их так хочется называть. И даже какие-то не нахожу. Так. И вот, вот смотрите. Вот этот уровень начинается. Здесь уже, как я понял, и как мне сказали, здесь уже начинается железо где-то. Давайте попробуем, допустим... Стоп. А, надо, наверное, вот так вот. Майн. Да-да-да-да-да. Вот так вот. И здесь лаймстон нужен. А здесь, смотрите, сталактиты нужны. Так что давайте добудем сталактиты, чтобы скрафтить другую бомбу. А, бомба уже будет... как это правильно выразиться-то? Добывать более нижний уровень, что ли, да? То есть какой-то. Потому что в этой игре мы будем спускаться вниз, 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 вниз. То есть до какого-то определенного уровня, где... Так, ну-ка, мне такое количество хватит. Ну вот, в принципе... И смотрите. Воу, Advanced TNT. Hardened лава какая-то нужна для этого. Ну ладно, окей. Вот давайте-ка, знаете, что мы сделаем? Во-первых, я бы не хотел... Вот, по-моему, место, с которого я как бы... То есть, да, вот, вот моя шахта основная, да? То есть вот так вот я вниз бегу. Мне надо будет как-то обозначить для себя, чтобы... Воу, это что такое? Это что за червяк, простите меня? Это что за фигня? Жесть! Это... Ух ты! Говорит, что у меня появился рецепт какой-то лавовый, да? Ну-ка, давай-ка мы тебя тоже убьем, потому что ты мне тут немножко мешаешь. Так. И вот давайте на этот уровень как раз-таки и будем копать. Где-то вот здесь вот, давайте. Так, стоп, мы давайте только еще для начала... Вот так вот сделаем. Места, надеюсь, мне хватит для новых материалов. Так. Оп. И вот где-нибудь здесь давайте... Пошла! Оу! Нифига себе, ребят! Вот это взрывчик! Чё-то я, честно говоря, не ожидал. А вот это что такое? Это я, по-моему, собирал. Да-да-да. Молд какой-то. Не знаю, что он даст. Так. Вот это что такое? Мут какой-то. Тоже не знаю, для чего он пока что. Ну ладно, разберемся в любом случае. Воу. А, здесь я, похоже, копал, да? Так, здесь я копал. Давайте еще один взрывчик произведем. Оп. Так. Ничего не вижу пока что. Ну, давайте еще ниже копаем. Добывать вот таким вариантом интересно, конечно. Вот, видите, сальт-блок какой-то. Ну ладно, я его немножко добыл. Знаем, где он добывается, то есть проблем не будет. Блин, прям давайте-ка вот так вот углубимся, да, то есть немножечко. А то я копаю как-то слишком ровно, что ли. И вот. А это что такое? Так, я здесь смогу вообще выбраться? Ну, наверное, точно смогу выбраться-то. Нужно только немножко поработать. Так, и какой-то лавовый еще... О. А вот это я уже не могу добывать, как видите. Здесь нужна железная какая-то. А я железо до сих пор не... И это не могу добыть, потому что железная нужна рука. А я железо до сих пор не добыл. Офигеть, как это... Это мне не везет, что ли, просто, или что?
Или, простите за выражение, они взрывают все-таки ресурсы. Хотя комментарии были такие, что ресурсы они не взрывают, эти динамитные шашки. Ну-ка. Так, синие грибы какие-то. Так, ну это я точно не могу добывать. Так, ребят, наверное, такое ощущение, что либо я железо не нашел, либо мне его нужно где-то... Стоп. А, ну да. Либо мне нужно его искать. Ну-ка, а если вот так вот я попытаюсь? Ну-ка. Да, не ставится. Это я могу копать спокойно, да? Ну тут уже, видите, другая... Ладно, она хоть не жгется. Отлично, давайте я попытаюсь найти железо где-то вот на этом уровне, да? Ну, допустим, ну вот на таком вот уровне. Потому что с железом что-то какая-то беда просто. Наконец-таки я хотя бы чуть-чуть нашел железо. Вот оно. И это уже хорошо, потому что оно мне пригодится. И, ну, мне так кажется, что не взрывает все-таки, не взрывает. Потому что давайте вот сейчас вот... Я вот буквально чуть-чуть прорыл на этом уровне и поставил еще динамитную шашку. Последние 4 штуки получилось скрафтить. Так, я нарвался на уголь или обсидиан, или еще что-то типа такого. Давайте посмотрим за ним. Там, наверное, тоже есть. Да, вот, сразу добудем. Самое главное, не забывать, где ты их поставил, чтобы, ну, как-то не путаться, да, то есть... Так... Какие-то звуки, слышите, да? А здесь, блин, всего лишь 2 железа. Ну ладно, давай добудь мне как можно больше железа. И давайте здесь тоже, а. А хотя давайте, вот просто не жалко. Давайте взорвем и проверим. Как видите, руду не взорвало, но и железо мне не нашло. Ладно, будем искать еще. Ребят, я это искал. Я искал пещеру. Пещеру, которая на этом уровне находится. И здесь вот, посмотрите, вот сразу вижу. Ну-ка. А что это здесь? А, я на факеле стою, поэтому... Воу-воу-воу. Это уже лишнее было. Ну-ка. Воу-воу-воу. Вот это пещерка, ребят. Вот это я понимаю... Так, но я не вижу железа. И... Отлично. Вот те вот грибочки, которые я вижу наверху, вон они мне пригодятся. Кстати, бомбочки, блин, тут прикольные. Они очень живенько убивают врагов. Ну-ка, давайте-ка мы их еще накрафтим. Эх, не получится. Я все выложил, что нужно было... Спокойно, спокойно. Надо было обсидиановую броню сделать до конца. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу, горю. Отлично. Ребят, мне кажется, да, это... Это мне не показалось. Это реально сундучок. Так, это... Да, это не железо. Так, это вот... Странник, блин, с глазом. Ну, мы сейчас его нагнем. Ну-ка, это что такое? Ну, ладно, нормально. В принципе, нормально. Ну-ка. Их там 2, ребят. Их там 2, но... Нет, их там 3, что ли? Это что такое? Нет, их там 4. Офигеть! Нет, 5. Что происходит, я не понимаю. Вот, последний только. 6 штук их здесь было, представляете? Вот это мощненько. Оу, вот это мощненько было сейчас. Так, здесь у нас еще уголь, по-моему. Давайте его добудем. По-любому добудем весь. Так, и, кстати, да, я забыл сказать, ну, давайте воспользуемся вот этими штучками еще. Хотел сказать, что серия будет чуть-чуть дольше, потому что в игре очень много контента, которого нужно показывать, и, ой, и не получится его показать, как бы, за один раз, да, то есть, ну, показать, так сказать, за 25 минут, которые я, как правило, всегда делал, поэтому серия будет около 30-35 минут идти. То есть я постараюсь за это время показать как можно больше.
Так, а тут у нас что у нас? Ну-ка. Блин, вот жалко, но железа здесь нету. Ну ладно, железа, в принципе, мне на данный момент достаточно. Давайте соберем те материалы, которые были, которые я нашел уже. Так, здесь давайте факел еще поставим, что я как бы в этот угол заходил, а то я потом запутаюсь. Так, соберем вот эти материалы, которые у нас добывались. Так. И как раз таки давайте вот воспользуемся телепортом. Вот, отлично. Как видите, я просто телепортнулся домой. Так, здесь у нас... Давайте поработаем с железом. Так, закроем дверь на всякий случай. Давайте поработаем с железом. Так, о, обсидиана много. Сейчас все скрафтим броню обсидиановую. Так, и давай-ка, ну-ка. Так, это что-то... Вот, вот это вот. Вот так вот. Стоп. Это... А, да, вот так вот, вот так вот. Давай, делай, он будет нас 3 минуты делать, хорошо. А здесь какие-то кристаллы, смотрите. А, турмалин. Кристаллы какие-то, ну ладно, окей. Вау, можно, смотрите, можно обжарить. А, это, вау, круто. А, ну да, ага, все, круто. Так, давайте разобрались. Так, давайте скрафтим. Здесь у нас нужна кожа. Кожа у меня где-то вот здесь. Вот, смотрите, 21 штука. Надеюсь, мне хватит. Так. Потом мы делаем сет. Потом, по-моему, штанишки какой-то рецепт появился. А, вот обсидиановый, да? А это что? Ну, обычные штанишки, да? Кожаные. У меня, по-моему, они просто есть, да? То есть вот они. Поэтому давайте мы их сложим, не будем одевать и переоденемся. Оп, оп, оп. Более... крутые шмотки. То есть броня у нас сразу поднялась. Это мы... Давайте вот... Да, блин, а как... Сундук уже заполнился. Нужно сделать еще парочку сундуков. Наверное, сделать, к примеру, сундуки более навороченные. К примеру, каменные. Да. Я могу обсидиановые делать, к примеру, сундучки уже? Нет, не могу, похоже. Ну, или... Не пойму. Стоп, а я же мог делать какие-то супер навороченные сундуки. Ну-ка вот в этот список. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, 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 вот. Это что такое? Grand Archer. Какой-то супер какой-то сундук. Давайте его вот сюда вот поставим. 40, 40, представляете, 40 предметов он может хранить. Это, по-моему, круто. Воу, а это что такое? Это, по-моему, рецепт, ребят. Да, я изучил какой-то новый рецепт. И давайте посмотрим, посмотрим. Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, вот это бы скрафтить, да? Было бы вообще потрясающе. Это, наверное, такой... Вот, вот он, рецепт. Это, то есть, какая-то более крутая вот эта плантация. То есть, более красивая для... А, или сразу с цветами похож, да? Но здесь какое-то вот такое вот дерево нужно. Так, ладненько, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас почти железо готово. Здесь кристаллы готовы. Отлично. Появилось 3 новых рецепта. Давайте найдем их, откроем. Ну-ка, где они? Что из них можно делать? Стоп. У меня показано, что у меня есть 3 новых рецепта. Может быть, где-то здесь, я просто путаю. Так, нет. Я могу это крафтить, это хорошо, но я лучше скрафчу вот динамитную шашку. Угу, так. А, ну да, вот раз рецепт, 2 рецепта. И 3 рецепта, все понятно. Так, окей. Все рецепты изучились. Так, и... Железо, 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 да. Давайте вот так вот. И здесь нам сальт-блок нужен. А, кстати, я, может быть, выложил его? Нету, нету. Это мут, это не то, это не то. Сальт-блок, давайте найдем его. И скрафтим себе новую руку. Так. Вот, собственно говоря, прям... Сразу же вышел на месте. И теперь я... Воу, нет, не то. Давайте так вот забираем. И теперь я, наверное, смогу, да. Как видите, я подготовился, я немножко скрафтил дополнительно это. И, точнее, собрал ресурсы дополнительно. Это и грибочки, это и ракушки, да, то есть и железо у меня было, и обсидиановые. А что ты тут делаешь, прости? Но серьезно, ты что здесь делаешь? Месте, где рушатся надежды. Так, окей.
Вот на этом материале я почему-то медленно хожу, вот этот мут. Что за материал странный? Ну ладно, может быть, есть какой-то рецепт. Так, может быть, его там, не знаю, обжарить можно. Так, где бы мне продолжить пытаться добыть еще? Вот муда этого не очень много, может быть, его нужно собирать. Напишите мне, пожалуйста, нужен ли это материал, потому что очень интересно. И у нас появилось 4 новых рецепта. Скорее всего, это рука, по-любому. Так, еще. Ну, давайте еще вот так вот поставим. Нифига, что тут угля-то, жилка-то такая неслабенькая была. Так, и давайте посмотрим рецепты. Вот. Adventure Gate. Какие-то ворота. Конечно же, рука. Алмазная при том. Так, что у нас еще? Так, вот. Рецепт какой-то. Защита от холода. Угу, отлично. Так, и вот. Какая-то экскаватор. По-моему, я знаю, что это такое. Давайте мы вернемся домой. Ну-ка, портал. И, по-моему, я знаю, что это такое. Это очень интересная штуковина. Ну-ка, обсидиановый слейп. По-моему, так. Такие штучки мне нужно было делать. Только их здесь нужно делать. Обсидиан. Вот. Давайте скрафтим. Какое-то количество. 13 минут, представляете, будет делаться. Блин, это, конечно, долго, но, как говорится, ладно, что ж. Так, и... железную броню. Ого! Вот что! Но здесь, смотрите, какая-то кожа. Я не знаю, откуда ее можно взять. Так, вот это мы сейчас возьмем сразу же. Вдруг я где-нибудь себе найду все-таки кожу какую-нибудь, да? Или еще что-нибудь типа такого. Так, здесь вот это давайте все сложим. Это тоже пока все сложим. Это мне не пригодится. Кожа тоже мне не пригодится. Ой, косточки мне тоже не пригодятся. Так, вот сюда вот уголь сложим. Так, и кристаллы давайте эти пока что сложим. Так. Давай, хотя бы одну сделаем и мы скрафтим. Я знаю, что это за штуковина. Я как бы видел ее в действии. Но мы сейчас с вами точно посмотрим, что это за устройство. И хотелось бы еще, конечно, вот этот портал скрафтить. Adventure Gate. Но, я так понимаю, мне до него еще очень-очень долго. Ребят, этот материал очень-очень... нужный. Из него делается вот эта вот слизь, которую мы сейчас сделаем. А это значит динамит, ребят. Ух, хорошо. А значит мне нужно вот здесь вот еще разбелить немножечко угля, потому что мне пригодится для динамита. Так, уголь. С углем какие-то прям проблемы. Он уходит очень-очень в большом количестве, и его нужно использовать много где. Поэтому он уходит прям почти сразу. Еще я сейчас хочу скрафтить немножечко себе декора. Кровать, стол, стулья. Ребята, и это забавно. То есть наш персонаж ложится на эту кровать. Вот такая вот кроватка. Он стол здесь поставил. Ну, довольно-таки прикольно и мило выглядит. Ребят, благодаря железной вот этой руке я смог сделать вот эту вот лейку. Да, давайте, ну, точнее, сделать крафт этой лейки. Давайте ее установим. Отдай мне все, что в тебе есть. Так, отлично. И посмотрим, что это за лейка. Мы можем делать воду, ребятки. Вот это интересно. И, как видите, собирать тоже воду мы можем. Прикольно, прикольно. То есть мы можем теперь, благодаря этому устройству, делать водоемы или какие-то бассейны, или еще что-нибудь. Ну, все, что нам... Там кто-то шел. Все, что нам заблагорассудится. Так, здесь. Стоп. Как ты... Он, по-моему, просто обошел, да? Да, вот здесь вот. Гадина. Ну, отлично, отлично. Так. Так, скрафтил я себе вот этот экскаватор. Сейчас мы посмотрим, как он работает. Так, вот это вот давайте сюда, вот сюда. А еще я бы хотел, знаете, что скрафтить? Вот эту штуку, но здесь бог ватер, вот это, я не пойму, что это, и надо найти рецепт вот этого бог ватера, хотя, стоп, может быть, воду нужно как-нибудь, нет, а здесь, может быть, я смогу тоже воду, видите, никак нельзя использовать, странно, бог ватер, что это такое, может быть, это, может быть, это вода...
этих, как его, болот. Кстати, вот здесь вот появился шанс показать вам, как работает этот экстрактор. Давайте его активируем. Вот так он работает. То есть я забрался в центр дерева, как видите. И здесь вот просто он мне добыл тонны-тонны дерева. Это очень удобно, на самом деле, особенно добывать деревья, листву или что-то типа такого. Я добрался до вот этой вот воды, но я ее добывать не могу, потому что у меня, блин, не та рука. Здесь, смотрите, аж алмазная рука нужна для того, чтобы добывать эту воду. Ребят, если кто знает вот по поводу того, как скрафтить и где берется вот эта вот штука, богватер, да, то напишите, пожалуйста, чтобы я знал. Так, ну что же, давайте попутешествуем в аду и добудем вот эти вот материалы. Они нам пригодятся. 100%. О, это что такое? Это как раз таки, смотрите, добывать можно алмазы. Вот это да. Это ад, ребят, какой-то реально ад. Или что-то типа такого. Так, надо аккуратнее, чтобы не грохнуться в лаву. Потому что надо не забывать, здесь шифтом не работает, а я такой уже на автоматизме нажал на шифт, типа, как в Майнкрафте. Сульфур, смотрите, я добыл. Вот это вот сульфур получается. Так, окей. Давайте посмотрим, у меня... Да, один крафт появился. А, это бутылочка, это не то. Когда я скрафтил вот такую вот бутылочку, вот такую вот, то у меня появился крафт другой. Но здесь нужно будет идти в джунгли, по-моему, и убивать кабанчиков, да? Кабанчики нужны. Это, стоп, алмазы же, это следующий грейд. Блин, нифига себе, как быстро. То есть мне просто, можно сказать, сразу же повезло. Офигеть. Так, кстати, давайте-ка мы сейчас добудем алмазы. Они очень медленно добываются. И знаете, что мы сделаем? Мы с вами не прыгнем, а пролетим. Потому что, не забывайте, у нас же есть глайдер. Хотя давайте мы прямо сейчас это сделаем. Нафига я так... Вот я сейчас очень опасно сделал. Я просто в лаву и грохнулся. Блин, офигеть. Аж жутковато, посмотрите, лава везде. Все такое... Все такое лавовое. Так, опять ты. Стоп. Стоп, а почему меня прям огнем бьет? Смотрите, мне похоже нужно бутылочку. По-любому нужно будет... Стоп, сейчас грохнет прям, вообще жесть. Мне по-любому нужно будет делать бутылочку от лавы. Так, будем иметь в виду. Так, стоп, давай добывай ко мне. Ах ты ж, зараза, кончились. Еще, еще. Последний. Так, ладно. То есть от огня нужно будет защиту делать. Понятно, теперь вон я вижу еще алмазики. То есть это не проблема. То есть я, наверное, здесь могу типа такого поставить, да? О, все, не сгорело, это самое главное. Так, это не проблема, вернуться обратно, потому что у нас есть телепорт. Но я бы хотел добраться вот оттуда. И для этого мне нужно какие-то нужны блоки. Мут, это не то, блин. Остается только этот блок. Так, ладно, давайте им и воспользуемся. Блин, я прям сейчас горю. Так. Очень жарко чувствуется тут. Так. Все, вылезаем, вылезаем быстрее наружу, потому что я сейчас могу просто-напросто сгореть. Я бы не хотел. Так. Все. Остывай, остывай, чувак. Давайте я дождусь. Воу, как медленно добывается. Дождусь, когда скрафтятся алмазы, и вернусь к вам. Так, ребят, а вот эта штуковина, я не знаю, где добывается, потому что, чтобы скрафтить зелье огня, ну, защиту от огня, здесь нужно вот такой вот какой-то хвостик, не знаю, или челка чья-то, или еще что-то. Где это берется, ребят, напишите мне, пожалуйста. Я, конечно, могу посмотреть в Вики, это понятно, но мне хочется, чтобы вы мне сообщили, как более знающие в этой игре, где эта штука используется. Так, давайте еще алмазы, все-таки алмазы дождемся. Так, я вернулся домой, и давайте посмотрим, что мы сможем скрафтить. Во-первых, здесь, смотрите, здесь нужен лед для крафта диамантовой этой руки, алмазной. И нужно немножечко железа. Вот у меня немножечко железа есть. Так, вот так вот. И вот этот вот слаб нужен. Так, давайте посмотрим, где у нас ближайший лед. Вот.
Похоже, да, ближе, по крайней мере. Надо вот этот участок исследовать, может быть, где-нибудь здесь. Но давайте я сбегаю, наберу льда. Ребят, лед я нашел. Вот здесь вот прям на карте такое вот замороженное озеро, что ли. И здесь, посмотрите, вот такие вот глазастые, но ледяные, да, то есть они. Давайте их убьем, посмотрим, что с них падает. Мне очень интересно. Арктический миру. А, вот, собственно говоря, у меня рецепт появился. Льда. Смотрите, лед и вот этот глаз падает. Забавно. Забавно, но самое главное, что я лед уже добыл. Ну что ж, давайте скрафтим эту руку. И, блин, смотрите, сразу следующее. Это последнее получается, да? Лимит. Лимитная какая-то, блин. Кактусовые цветочки. Здесь какие-то непонятные штуковины. Довольно-таки, честно говоря, вот честно скажу, довольно-таки быстро я дошел до предпоследней руки. Ладно. Чтоб мне вот... Да, чтоб мне алмазный меч нужно скрафтить. Нужно скрафтить вот эту штуку. Значит, нужно искать вот этого зверя. Креатюрс. Это, я так понимаю, со зверей каких-то падает, да? То есть... И, кстати, я так понял, что и вот... И вот... Так, стоп. Смотрите, здесь вот какая-то штука появилась. Это от какого-то яда, что ли. Ну, или темноты какой-то, защита. Так, и я так понимаю, что... Что я хотел? Зелье от огня. Вот. Вот это вот, видите, здесь тоже креатюрс. Это тоже, похоже, падает с каких-то монстриков. Так, ну, на это мне уже не хватит. Здесь в любом случае эту кожу нужно искать. Ну и, в принципе, все на сегодня. О! Вот это... Так, смотрите. Это что такое? Супер! Чинчи! Вот это интересно. Вот это интересно. Но это супер ТНТ, мы попробуем в следующий раз. А сегодня я бы хотел в конце, так скажем, этой серии сделать одну вещь. Давайте вот здесь, открытое место есть, да, то есть. Вот так вот, где-нибудь здесь, прям в поле. И давайте обратимся к блюпринту. Есть вот такая вот штуковина, и здесь можно за 450 золотых купить. Можно, конечно, выбить ресурсы, но чтобы вас не мучить, давайте я куплю вот эту штуку. Так. Так. Так, так, так. Ну вот у меня, собственно говоря, вот эта штуковина появилась. Так. Давайте ее поставим. Чуметь, она огромная. И что дальше? Activate. Ребят. Смотрите. То есть она не будет строить автоматически. Я могу построить ее, но. Но смотрите, мне нужно сюда вложить вот такое вот количество материала. Офигеть они, конечно. Хотя это и прикольно. В том плане, что мы можем таким образом создавать какие-то постройки, да? То есть, офигеть. Это интересно. Интересная тактика. То есть, сюда нужно 321 земли. 633. О боже. Просто 136 земли. Забора. Невероятное количество, блин, дверей, вот такой вот предмет. Да, я немножко... Ну, я немножко в шоке, вот так вот скажем. Хм, может быть, я и займусь. Тут, похоже, такое чувство, что нужно, да, убирать. То есть, да. И вот у меня вопрос. А строить мне тоже, что ли, придется самому? То есть, вот видите, смотрите. Так, стоп. Ну, допустим. А, у меня только 40 есть, да? Чё? Серьезно, что ли? То есть, это какой-то конструктор получается? То есть, мне и самому придется... Строить это? Я-то... Стоп. Я ненароком подумал, что я просто как бы заложу его, да? То есть заложу этот... Нет, ну тогда неинтересно.
тогда это... Я думал, то есть я буду сюда складывать просто предметы, и они будут строиться. А так мне придется строить по блокам. Честно говоря, это не стоит. Так, я тогда теперь понимаю, почему... Почему есть вот за... Ну, как бы вот так вот можно купить, да? То есть... Офигеть! Я немножко в шоке. Хотя тут постройки довольно-таки мощные, довольно-таки глобальные. 2374 блока. Блин. И при том карт на самом деле не очень много. То есть это от разработчиков, похоже, карты. Потому что я думал здесь... Нет. Стоп. Нет. С одной стороны это интересно. То есть если вы не можете сами что-то построить, ну, нет у вас воображения, сил, желания, то можно строить просто по шаблону и построить тем самым какой-то вот такой вот замок или что-то, вот, ну, в данном случае получается дом на дереве. Жесть, конечно, но все-таки респект. Идея очень интересная, и, черт возьми, я бы, наверное, посоветовал другим разработчикам игр воспользоваться такой идеей, потому что, допустим, в том же Майнкрафте, к примеру, в том же Трове, да, если бы такая идея была бы, то есть не просто так ты скопировал постройку, и она сразу построилась, а именно ты скопировал план, и вам вот дается такой вот план, по которому строить. Это интересно. На этом я буду заканчивать. Всем всего, удачи и пока.